Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, знаете, что мы смотрим? Говорящий Том бросил беременную говорящую Анжелу. Как вам такое вообще? Я в шоке, если честно, от этой информации. Я готова ее увидеть. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет ни говорящий Том, ни говорящая Анжела. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы. Ну, а мы начинаем. Это что за запуски такие? О, привет, Анжела, привет, Том. Том почему-то пристегнут, что за такое? А! Это хомяк? Настоящий? Похож на... Это кто? Похож на крысу какую-то? Или это кто? Это хомяк. Грызун. Ты понимаешь... О, зачем ты смеешься над ним? Что естественно, то не безобразно и не смешно совсем. Так, давай. Кажется, хомяк поймал кота. Что вы его мучите? Это что-то новенькое. Такого я еще не видела. Так. Закрывается. В общем, хомяк шантажирует Тома, чтобы он ему, видимо, приносил какую-нибудь еду. Или еще что-то для него делал. Он решил пожарить попкорн, но он, кажется, горит у него. Так, Том... Ты собираешься как бы убегать? Или ты собираешься куда-нибудь? Да, он собирается. Видите, он видит улицу и думает такой, так. Свалю-ка я отсюда. 3 выхода. Куда пойти бедному Тому? Том, у тебя должно быть чутье животного. Ты куда-то не туда, это унитаз. Ты куда-то не сюда. Вообще тоже не тот вариант. Тогда 3-й, единственный вариант. Правильно? Открывай. Может быть, это лифт? Нет, не похоже. Куда тебе теперь бежать? Хомяк пришел! Том, прячься! Он здесь! О, нет! Он сейчас будет его искать. У хомяка гораздо больше чутье, мне кажется, чем у нашего Тома. Том не может никак найти выход. Мне кажется, любой кот найдет выход. Они всегда чувствуют, куда нужно идти. Нет! Том, беги! Тебя найдет... Я не думала, что когда-нибудь говорящий Том будет убегать от хомяка. Я надеюсь, что с ними, со всеми, с двумя будет все в порядке. О боже, сейчас будет какой-то супер эксперимент. Если этот луч на кого-нибудь попадет, либо кто-нибудь превратится в какого-нибудь зомби, либо что? Этот хомяк не так-то прост, он не собирается сдаваться вообще. Том, у тебя есть возможность сбежать. Давай, прыгай в окно, скорей! Скорей! Итак, Том летит на желтом зонтике. И куда же он прилетит? К Анжеле. Анжела, хватай. Жених-то летит. Он может и прилететь. А вот, собственно, все. У мыша... Можно я мышом буду называть? Это так мило. У мыша накрылась вся обстановочка. Вся его разработка просто сломалась. Все деньги, которые он откладывал на сыр, он вложил в это дело. И теперь все накрылось. Бедный Том, он такой зашуганный, ему нужна психотерапия. После этого... О, все, началось. Смотрите, она беременная, кажется, рожает. Пора! Итак, Том, что ты смеешься? Конечно же, не тебе такие мучения. Хихихоньки, хахахоньки. Анжела, давай, вези ее в больницу. Звони мышу. Почему? Белому. Алло, здравствуйте, это машинный роддом. У нас тут кошечка рожает. Какой прикольный он вообще. Видели вот этот цвет? Мне, кстати, так нравятся грызуны. Я не знаю, почему. Я их вообще не боюсь, а мне не нравятся. В общем, у них загорелась скорая помощь. Они не смогут забрать Анжелу. Остается один вариант, ждать ее здесь. Но для этого Том должен ее сам как-то привести. Чё-то у них не клеится. Анжеле-то рожать. Ну, быстрее решайте своими маленькими головками, что делать. Чиним. Починили? Лавочка готова. Может, это не лавочка? Я, если честно, не знаю, что это. Ну, куда-то он вообще не туда забрел. Посмотрите, тут какой-то Хэллоуин просто происходит. Итак, куда ты пришел? Короче, у него какая-то полоса препятствий импровизированная. Возможно, он хочет пешком прорваться через весь город, чтобы попасть к Анжеле.
Но это очень непросто сделать пешком, но он старается, потому что он давал клятву Гиппократа. Мышь, ты давал? Блин, какие они классные все-таки. Мне очень жаль, я бы давно себе завела, но они живут всего лишь, я узнавала, 2,5 года, 3 максимум. Представляете? Просто, а потом все, это ужасно. Ты куда? Эй, вернись! Вы такие мягкие, такие прикольные, такие классные вообще. Я же хотела себе крысу завести. Да, белую крысу я хотела себе с красными глазами. Но вот они вот так мало живут. Не знаю, у моих знакомых некоторые хомяки живут подольше. Но это чисто исключение. Долгожители. Так, привет. Ты доедешь до точки назначения? О боже, у него столько препятствий на пути. Зомби хочет съесть нашего мышонка. Нет! Нет! Как ты будешь защищаться? Как ты будешь защищаться? У него есть меч. Суперсила. Пам-бра-бам-бам-бам! Хорошо, что зомби был один, потому что я бы не знала, как он справился. Давайте, еще одна дырочка. А эти все ждут. Ну что? Кто-нибудь приедет? Кто-нибудь придет? Да, отодвигается шкаф. И тут появляется... Та-да-дам! Крысиная спасательная операция. Что? Они телепортировали вот такой прибор? Да? Обалдеть. Он же не мог его на себе принести. Так, тут появляется кукла из игры в кальмара и такая тентретен. Мне кажется, она хочет нарушить все их планы. Абсолютно. Что? Она в животе у Анжелы, может быть? До меня только что дошло. Кто у вас там на рентгене? Уже появился мышь. Так кто там? Какой прекрасный дом. Все, он злой, бросает ее, потому что думает, что там не котенок, а какой-то мышонок и еще кто-то. О, это что? Что это было? Что за бревно и какие-то прекрасные бабочки? Ты решил сюда переехать? Ничего ты не перепутал? У тебя вообще-то жена беременная. Ты не офигел ли? Как ты можешь ее бросить? Это что такое? Вам не стоит это трогать, тем более это есть. Ай. Ага. Блин, это странно. Ну что там? Ой, боже мой. Так. Так. Ну и что? Какой прекрасный мир. Вот сейчас на него все напасти свалятся. На него свалятся все напасти, даже в самом прекрасном мире. Потому что что? Он оставил беременную Анжелу. А это карма его сейчас накажет, и все будет в порядке. Тан-тан-тан-тан. Не поняла. Ничего не наказала, наоборот, поднесла ему палатку. Вот опять забрала. Это шутка, прибаутка. Так. Построил новый дом. Красивый. Ты залазь уже туда давай, потому что попячись, какой-нибудь ураган снесет его. Где ты будешь жить? Мне уже тебя жалко. Итак, они сидят, оба прячутся. Распустились грибы. Подросли после того, когда прошел дождь, ливень. Погода нормализовалась. И теперь можно спокойно собирать грибочки, жарить их на костре. Но ты ничего не забыл. А, ты не забыл? О да, он отравился. Как хорошо, что ты взял с собой волшебного доктора мыша, потому что, возможно, он тебя спасет. Тебя не хватало, конечно. У нас тут, это вот я говорила вам, карма. Есть, короче, она говорит, какой-то святой источник, который оживляет. Давайте телепортируемся, давайте. Так, я так понимаю, тут что-то похожее на лабиринт, по которому необходимо пройти. Давай, иди! Опять он всех спасает. А Анжелу как вы могли оставить? Я не успокоюсь, пока не пойму, что происходит там с Анжелой. Какой красивый лабиринтик они ему построили, и он такой идет довольный. Паук! Огромный паук! Против маленького белого мышонка. Бурундучонка.
Хомячонка, ладно. Обалдеть, они ему тут понастроили, они так любят вот по этому всему позы, для них это просто райский рай. Ой, горит костер, беги, хороший, беги. Беги. Итак. Итак. Ну, если, допустим, ты пройдешь это, ты упадешь в те шарики. Они будут красного, розового, зеленого. Но ты должен пройти, и аккуратнее, сверху может упасть огромный камень на тебя. Это мешки, мне кажется, или какие-то пластмассовые штучки, но они похожи на камни. Ну так что, ты спасся, вот оно. Собственно, то, к чему он шел. Вы понимаете, вот ему надо набрать каким-то образом воды отсюда, во-первых. Во-вторых, еще вернуться обратно по этому же опасному пути. Так он набирает воды. Ты мог вот так лапку окунуть. Да, все, он возвращается назад по этому же жуткому пути. А, как он туда пойдет? Все, он появляется. Надеюсь, Тома еще можно спасти, но не факт. Давай. Пей. Как нужно было бы наесть? Кстати, я в детстве чуть не наелась однажды грибов. Кукла из игры в кальмара совершила доброе дело. Интересно, зачем ей это? Чтобы их заманить потом в игру к себе? Я не знаю. Что-то она как-то коварно смеется. Ладно, оставим их с этими коварными историями. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.